всем погибающим. Некто выгорел полностью и отправлен, скомканный изнутри, на рельеф. Вспомнив 2-3 ловки в гибели, в поселковых склейках, в салфетках, сплюнул не проглотив. Крах несносной конструкции, ископаемый смех и другие любови. Уберите это отсюда. Зачем? Вспомнив 2-3 ловки в гибели, некто выгорел полностью в поселковых склейках. Звонко жужжит муха и потирает лапки, подобно однорукому, пытающемуся высечь огонь из кремня. Исчисляет множество звезд и всем им дает имена. Слышатся голоса джиннов ночью со всех сторон, как будто растения шелестом отвечают дневному ветру. То безводная пустыня и мрак ночи, как дикие голуби, говорят между собой, подобно жителям отдаленной гористой местности на чужом непонятном языке. Когда до него дошла весть о ее смерти, и земля заколебалась, и свет померк, тогда ему подчинился ветер, который нежно дул по его велению, куда бы он ни пожелал, а также всякие дьяволы, строители, ныряльщики и прочие, связанные акулами. Как лингвистические элементы существуют в языке без какой-либо реальной денотации, так в чрезвычайном положении норма действует без какой бы то ни было отсылки к реальности, будто джинны ворчат и сердятся на то, что их тайны раскрыты. Однако он вспомнил, что их объединяло бессмысленный подростковый секс, перераспределение досуга и необходимости, и эта утрата, внесенная в воздух потоком ассортивных звезд, автоматной очередью над Памиром.